Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня, как всегда, хочу поделиться еще до заказом из компании Unice Multibrand по четвертому каталогу. Кому интересен такой ролик, приятного вам просмотра. И давайте приступим. Что же все-таки я приобрел? И не только я, кстати, этот раз приобрел, и у меня приобрели. Я бы, наверное, бы и заказ бы никакой бы и не делал повторно. Ну, так как у меня захотели приобрести... На последней страничке идут у нас водички, да, парфюмированные воды женские серии Soft, которые по хорошей цене, если вы приобретаете что-нибудь из каталога на 100 гривен, то тогда любая водичка будет идти вам также за 100 гривен. Очень, конечно, хорошее предложение, то за это я, у меня заказали, и за это я решил все-таки сделать небольшой заказ по четвертому каталогу повторно. Так что давайте приступим, не буду долго вас томить. Ну и первое, что хочу я вам показать. Ну, если вы помните предыдущий заказ, я вам показывал. Это диффузор, да, который шел с ароматом кофе латте, который я просто в восторге от этого аромата. И... Я же вам, помните, говорил, что обязательно еще приобрету диффузор, который идет у нас с ароматом манго. Ну как же не приобрести еще плюс такой вот диффузор? Во-первых, что очень классно, как всегда, хорошая упаковка. Здесь прям сразу показано, что нужно для чего делать, чтобы был аромат по всей квартире. Да? Но я думаю, что все мы знаем, как здесь у нас присутствует... палочки, здесь идут у нас 4 штучки, таких вот черного цвета. И давайте я открою, покажу вам сам диффузор. Так, ну и палочки здесь, я их доставать не буду. Вот, просто покажу такие вот 4 штучки. И идет сам вот такой вот диффузор. Что хочу сказать, что оформление такое же самое, как и в предыдущем, да, только там кофе латте, а здесь у нас манго. И также я просто-напросто остался в восторге именно от этого аромата, потому что аромат действительно очень суперовый, очень действительно пахнет манго и еще какими-то вкусностями. Это какие-то еще 100% здесь присутствуют фрукты. Не только одно манго, но очень хорошо ощущается манго. Так что получается такой вот именно сладкий фруктовый аромат. Так что я ни грамма не пожалел, что я его приобрел. Так что классная штукенция, просто-напросто остался я от этого диффузора просто в восторге. Так, следующее. Также я решил еще приобрести... Была очень хорошая в каталоге цена на мужскую парфюмированную воду. Это у нас идет серия Unice Alturist. Здесь присутствует у нас 50 мл. Такая идет у нас упаковочка. Также приходит все запечатанное в слюду. Так что, если что, можно спокойно приобретать и на подарки, на продажу и так дальше. Вот, я очень люблю этот аромат. У меня он раньше, кстати, был этот аромат. И я действительно осталась от него в восторге. Во-первых, что действительно очень... стойкий, очень долго держится. На одежде-то вообще очень долго держится, пока не постираете одежду. Ну, а вот на теле он может держаться целый день, даже, даже когда после душа, и все равно какой-то аромат ощущается. Вот, действительно, очень классный аромат. Также я приобретал не себе этот аромат, я решил приобрести, потому что рано или поздно, скоро я все-таки уже приеду в Киев и буду уже ходить на работу, дай бог, чтобы это все-таки было. И понятное дело, что такие продукты я приобретаю на продажу. Вот, конечно, флакон, мне казалось, как-то вот раньше было другое оформление, чем, допустим, сейчас. Сейчас хоть и немножко поменяли
оформление этой упаковочки. Даже если так посмотреть, да, он даже чем-то вот похожий на моноаромат по упаковке, да. Вроде и не скажешь, что здесь присутствует 50 миллилитров, но здесь действительно идет у нас 50 миллилитров. И какие у нас здесь вообще присутствуют нотки в этом аромате? Вообще в группу аромата входят фруктовые, цветочные. Сюда идет у нас бергамот, личи, персик, пиония, цветы апельсина, жасмин, древесные ноты, дубовый мох и мускус. Вот такие нотки у нас присутствуют в этом аромате. Он такой вот, я хочу вам сказать, он такой вот сладковатый, приятный. Но я же люблю сладкие пряные ароматы. Вот именно и он такой же, тоже сладкий, такой вот именно пряный аромат. И плюс он не тяжелый, так что его можно спокойно использовать как и на жаркую погоду, так и на холодную. Никакого удушения не будет, не будет такой вот прям конкретности насыщенности. Вот именно будет вкусно пахнуть сладеньким и пряным. Так что аромат действительно очень-очень достойный, классный аромат. Так, следующий аромат, который я тоже приобрел, но опять в каталоге этот аромат недешево стоит. Это идет у нас Infinita Man Unice, да, это также идет у нас парфюмерия. Здесь у нас также присутствует 50 миллилитров, очень такая вот солидная упаковочка, все приходит запечатанное в слюду, это просто супер. Но что хочу сказать, что в каталоге, конечно, сейчас цена на эту воду не такая уж и дешевая. Сейчас она стоит по акции, потому что там идет у нас даже не акция, а просто идет в этом каталоге супер цена. Он идет там 420, да, где-то 420 гривен именно стоит вот этот аромат. Вот, но я не приобретал по такой цене, потому что я попал под какую-то акцию. Не буду я вас обманывать, что это была за акция, потому что я не помню эту акцию. Но мне этот аромат достался всего лишь за 50 гривен. Очень хорошая цена, ну как же не приобрести, потому что там были и мужские ароматы, можно было выбрать, и женские ароматы с этой серии можно было выбрать, да. Но вот именно мне заинтриговал именно вот этот аромат. Почему он меня заинтриговал? Сейчас я вам вообще скажу почему. Потому что мне этот аромат очень нравится, я от этого аромата просто-напросто в восторге, потому что у меня есть оригинал этого аромата, и я понимаю прекрасно, что должен тоже быть такой же самый аромат. Аналог я вам сейчас расскажу, покажу, а сначала давайте поговорим о нотах, какие присутствуют в этом аромате ноты. Так, это вообще в группу входит цитрусовые древесные ноты. Это грейпфрут, бергамот, мандарин, ягоды, жасмин, лавровый лист, пачули, амбра. Также, так, и также присутствует дубовый мох. Вот такие вот нотки присутствуют в этом аромате. Также оформление флакона просто бомбическое, очень шикардосное, очень хорошо все оформленное, тяжелое стекло. Так что сам флакон такой вот именно действительно прям массивный. И также, да, если посмотреть, что здесь вот это присутствует все-таки не пластмасса, это присутствует металл вот здесь. А вот здесь именно присутствует такая вот именно резина из пластмассы, что-то типа такого вот рода, вот такой вот колпачок. Но оформление действительно очень-очень такое вот прям крутое. И давайте, наверное, поговорим о аналоге. Аналог идет у нас, конечно же, Пакарабана. Я люблю вообще ароматы Пакарабана. Вот, и этот аромат называется Инвинктус. Я думаю, все мы знакомые. Вот у меня вот есть этот аромат. Во-первых, что у меня тут остались остатки сладкие. Я всегда его как-то вот экономлю. И больше, конечно же, я этот аромат использую на летнюю погоду.
Вот, чем на холодную погоду, потому что он тоже такой вот сладенький, свеженький, даже немножко такой тоже с пряностью. Но аромат действительно очень-очень достойный. Конечно же, если вот посмотреть по цвету воды, то, конечно же, они отличаются, потому что в оригинале он идет голубого цвета, а вот аналог идет у нас желтого цвета. Так что такое. Но что хочу сказать, что ароматы, конечно же, очень похожи. Не могу сказать, что прям на 100% похож именно с оригиналом, но сходство в этом аромате все-таки присутствует. Так что тоже я его приобрел, но я себе его пока в данный момент не оставляю, потому что у меня и так есть чем. Вот, потому что вот видите, вот такие вот остатки сладкие. Добро, что я с собой их взял. Прям я прям чувствовал, что надо было брать этот аромат с собой, потому что как я ездил и в Киев и брать некоторые вещи, которые необходимы, то понятное дело, что я несколько ароматов приобрел с собой, взял, имею в виду. Вот, как же я без ароматов, я ж не выдержу. Так что, ну вот и прям чуйка была, что именно вот этот аромат надо было мне срочно приобретать. Так что тоже он у меня потом пойдет на продажу. Почему бы и нет? Сейчас в данный момент денежка нужна. Вот, и так что ароматов, слава богу, у меня хватает. Так что будешь ждать своего покупателя именно вот этот аромат. Так, поехали дальше. И последнее, что хочу показать, конечно же, это те ароматы, которые у меня приобретали по акции. Ну, конечно, тоже приходит вот именно в такой вот упаковочке. Тоже все запечатанное у нас идет в слюду. Это у нас идет Soft Pure. 30 миллилитров в этом аромате. Да, такая вот коробочка. И сам по себе идет вот такой вот мимишный, такой вот прям девичий, и что цвет, что флакон, такой вот именно просто такой вот прям мимишный, да, 30 миллилитров, также можно спокойно положить это в сумку, и будет супер-пупер. Также такое вот именно добротное здесь стекло, понятно, что колпачок пластмасса, флакон у нас стеклянный, такой вот именно прокрашен и в матовый цвет. Но если на свете посмотреть, то он даже немножко просвещается, видно там сколько жидкости идет во флаконе. Ну и давайте теперь, наверное, и поговорим по поводу этих ароматов, да. Во-первых, что этот аромат у нас входит в группу цветочные, мускусные, древесные в группу нот. Входит сюда у нас цветы африканского апельсина, бергамот, османтус, амбра, мускус, пачули, ваниль, ветивер. Вот такие нотки у нас входят в этот аромат. Но что хочу я вам сказать, этот аромат идет у нас на любителя. Почему? Потому что он слишком такой вот, как по мне, слишком пудровый аромат. Для меня он слишком удушлив аромат, особенно на моем теле, то я вообще просто целый день задыхался. И что интересно, они очень-очень стойкие, потому что я его смывал, а он, зараза, не хотелось этому аромату смываться. Но хочу сказать, что я до такой степени его смывал, что на вечер я уже его ощущал, и он такой был прям приятный, нежный, такой вот прям ненавязчивый, неудушлив. Но целый день, кто не любит пудровые ароматы, то можно, конечно же, вчамреть и задохнуться и всего подобного. И я даже не представляю, если его использовать на жаркую погоду, то это, наверное, просто умереть и не встать по ходу дела. И также аналог именно вот этого аромата идет у нас Нарцисса Родригес. Это аромат у нас For Her 2003 год. Так что это аналог этого аромата. Так что такой, я же говорю, что такой прям удушливенький аромат, так что такой аромат пойдет на любителя. Так, следующий аромат, который хочу тоже с вами еще поделиться, потому что мне еще один приобрели.
тоже с такой самой серии, только это идет у нас Soft Fantasy, тоже 30 миллилитров, такая же упаковочка, только немножко другое окрашивание упаковочки, да, и также все приходит запечатанное в слюду. Так что можно также спокойно приобретать и на подарки, и на продажу, и для себя. Ну, короче, куда хотите, туда можно приобретать. И, конечно, сам по себе флакон. Также идет вот такой вот флакон. Тоже очень красивый цвет, такой вот прям, какой-то такой вот прям нежный. Даже лавандовый, что ли, цвет. Такой вот очень-очень приятный, такой вот именно приглушенный цвет. Конечно, опять же, оформление симпатичное. Также стеклянный флакон. Все, конечно же, удобно. Такой вот прям бутылочка тяжеловатенькая. Вот, ну, симпатичные делают флаконы. И давайте теперь приступим по поводу ароматов. Здесь у нас в группу ароматов входят фруктовые, цветочные. Это Petit Grain, зеленый бузок, листья чая, красная пиония, цветы персика, ветивер, китайский османтус, мускус, кедр, амбра. Вот такие нотки входят в этот аромат. Ну и, конечно же, что же вам сказать, что это у нас идет за аналог этого аромата? Аналог идет у нас в серии Ланвин, это идет у нас аромат Экла. Думаю, все мы знакомы аромат Ланвина, кто любит. И что хочу сказать, что когда я понюхала вот именно вот этот аромат, и если вот сравнить с этим ароматом и с этим ароматом, то здесь аромат действительно очень классный аромат. Мне очень понравился, хотя мне и женские ароматы нравятся Ланвин, вот именно Экла. Они действительно очень вкусно пахнут. И я когда вот понюхала этот аромат, и я действительно вспомнил и аналог Эклы, что действительно такой же самый аромат присутствует, как и здесь. Так что это действительно очень-очень круто. Так что можно, кто любит, еще раз повторюсь, Ланвин, то почему бы не приобрести по такой хорошей цене такой вот аромат. Потому что тоже очень стойкий, очень хорошо держится, и аромат действительно такой вот именно подходит и на теплую погоду. Это весна, лето, теплая осень, спокойно подходит именно вот этот аромат. Очень приятный, неудушлив, ненавязчивый. Вот, даже с какой-то вот именно такой вот именно цитрусовым, что-то такое, даже есть какие-то нотки, присутствует какой-то вот именно лайма, что ли, потому что с каким-то вот свежесть, немножко и цветочная сладость, и немножко какая-то вот именно и присутствует кислинка. Ну, очень-очень приятный аромат. Так что вот по поводу этого аромата, конечно, я осталась в восторге. Ну, я надеюсь, что моя клиентка оценить два этих аромата, я на это надеюсь. Вот. И также спасибо ей большое, что она разрешила мне открыть и упаковочки, чтобы и вам показать, и какие идут здесь флаконы, и также, и чтобы я услышал, какой здесь присутствует аромат, и чтобы вам рассказать. Так что спасибо ей огромнейшее за это. Так что вот видите, где я только не нахожусь, везде я клиентов найду. Не был бы это Игорь, по ходу дела. Так что вот такой был у меня небольшой заказ из компании Unice Multibrand по четвертому каталогу за май месяц. Надеюсь, кому-то было интересно, может быть и полезно. И как всегда, до новых встреч. Пока-пока.